Понедельник Светлой Седмицы блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в Вознесенском соборе Свято-Вознесенского Флоровского женского монастыря украинской столицы. Предстоятелю сослужили викарии Киевской епархии, клирики Флоровского монастыря и гости в священном сане. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви. Христос воскрес! Пасхальная или Светлая неделя воспринимается Церковью как один день – день всеобщей радости и общения с воскресшим Христом. Самым полным это общение может быть через участие в таинстве причастия тела и крови Христовых. Не считая некоторых деталей, каждый день на Светлой неделе совершается, по сути, то же пасхальное богослужение, что и в сам день Пасхи. Христиане таким образом празднуют воскресение Христова, как бы в предвкушении вечного, невечернего дня, когда Господь придет во славе и даст нам вечное Царство. За литургией молящиеся вознесли прошение о мире на украинской земле, о том, чтобы Господь сохранил всех, кто в нужде и скорби в эти дни, чтобы благословил людей доброй воли, помогающих нуждающимся. После отпуста блаженнейший архипастырь поздравил сестер и прихожан обители с Пасхой Христовой. Поздравляю с великим днем Святого Христового Воскресения. Вы Господь, который по своей любви пришел на землю, стал человеком, искупил нас и ради нас воскрес из мертвых, хранит каждого из нас на путях нашей земной жизни и помогает нам жить так, чтобы наша земная жизнь, конец ее стал началом вечной жизни и спасения на небе в Христе Иисусе Господе нашем. Христос воскрес! Воистину воскрес!